Всем привет, вы на моем канале Англия-Хорватия, первый матч группы D. Еще в памяти остался матч чемпионата мира 2018 года, где Хорватия своим лучшим составом обыграла англичан со счетом 2-1. И сейчас обе команды вышли с первого места в своих группах, но с разными показателями. Англичане забивают в два раза больше хорватов. У хорватов тоже тренер Далич и также опытные Перишич и Модрич. И молодежь, и молодой Влашич. В товарищеских матчах статистика такая же. А вот Англия в среднем 4 мяча в отборе забивала, а пропускает меньше одного мяча. А последний матч англичане проиграли все тоже в Бельгии. Но сейчас у Англии такой звездный состав. Санчо, Кейн, Арнольд и Беллингем. Также команды играют обычно с обменом голов. Даже трудно представить, кто будет играть первым номером, а кто вторым. Скорее всего, эти две команды обязаны выходить из группы. Возможно, тут будет упорная борьба с минимальным количеством мячей. Тотал больше двух. Коэффициент 1.73. Фаворит Англия, но мы ставим за красивый футбол. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.